Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, Андрюха, а также Фанни. Мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, и это шоу «Битва порталов». Да, ребятки, всем привет! Здорово, ребята! Для новичков рассказываю суть этой рубрики, ребята. У нас получается сейчас, вы видите, 6 порталов, прыгая на которые мы попадаем в определенную точку вообще на карте мира. Непонятно куда, вообще в рандомное место. А вот, там заведомо, возможно, спрятана какая-то машина, и где-то поблизости мы должны будем ее найти. Победил тот, кто нашел машину первее всех, но также, если ты, допустим, не смог найти машину в этом месте, то ты можешь прыгнуть в обратный телепорт и попробовать удачу в другом портале. Да, то есть нет ограничения. Потом у нас будет испытание. Да. Ну а кто не справился за 7 минуточек, ребята, у того будет просто превосходный мотороллер Evo 3 на выбор. Да. Короче, пацаны, я, честно говоря, не знаю, в каком портале у нас есть тачка, а в каком вообще нету тачки, поэтому для меня это нельзя. Сказали, что все рандомно. Да. Я тем временем запускаю секундомер, и я думаю, что уже пора начинать. Все, секундомер пошел. У нас, напоминаю, 7 минуточек, я прыгаю в зеленый, и, ребята. О, я, короче, что? Чего? Я нашел сразу тачку в розовом, короче. Серьезно, просто? Какую тачку ты там нашел? Вот это повезло, конечно. Зенво, братан, Зенво. Нихера себе тебе повезло, честно говоря. Ну, в принципе, да, забирай ее. Можешь, конечно, попрыгать другие порталы, попробовать себя. Либо эту забирай, либо оставляй там. Да, я просто прокачусь здесь. Да, короче, ребятки, я прыгнул на, в общем-то, ферму или как это, деревню нудистов, и, честно говоря... Я вижу какие-то непонятные цифры на зданиях, и, честно... Не знаю, как вы это вообще смотреть и как это вообще понимать, принимать, я то не понимаю. То самое чувство, когда у тебя уже нет скутера. Да-да-да, ну у тебя, да, тебе повезло, а я тем временем пока что, ребята, не знаю даже, где бы могла быть машина, потому что вблизи ее тупо нету. То есть, как я понимаю, вообще рандом, то тачки два, короче, три, то нет. Один. Вообще непонятно. Так, я в стрип-клуб зайду. Что бы это могло значить, ребята, я не понимаю, а? Короче, я не знаю, прыгну, в общем-то, обратно в другой телепорт, попробую там удачу. Какой? Так, ты, получается, нашел в розовом, в красный прыгнул Фанни, да, получается? Да, я пока вот я, короче, прыгнул в желтый и... Че, нашел? Ты зря в стрип-клуб зашел, здесь коморка Тревора есть, офис его, и тут Феррари кабриолет. Блин, фига, вы быстрый, слушайте. Получается, у нас... Какой скутер? У меня только 1.5 минуты, и, блин... В прошлый раз я нашел первым тачку, сейчас да, это... Да, я помню. Андрюха вообще не нашел тачку, да. Я на скутере на был. Скутере. Да, а получается... ребята... Дядя Зимон не найдет, сейчас что-то все, короче, нашли тачку, я один что-то не могу справиться с этой задачей. Ну, ребят, не знаю. Не знаю. Димон, желтый скутер очень классно выглядит, мне кажется. Ты думаешь? Угу. Ты думаешь? Желтая ты майка думаешь, и желтый родной? Скутер. Я буду брать скутер, я буду пока что искать тачку, потому что у меня еще времени просто вагонище. Просто очень-очень и очень много. Девочки, знаешь что, честно говоря, я не знаю, где бы могла быть тачка здесь желтым. Поэтому, ребята, я бы хотел вернуться все-таки в зеленый, потому что там были какие-то цифры. В какую-то сторону, я не знаю. Maybe, Андрюха, потому что, смотри, вот, я заметил, получается, на домах 2, 3. Ничего себе! 2, 3. На домах даже. 2, 3. А где-то еще что-то есть? Nice. 5, 6. На выходе 6. Не, подожди. Если на выходе 6, то может надо идти в обратное направление. То есть нужно искать единицы, и, возможно, рядом с этой единицей будет тачка. Может, так это было задумано? Так, единица здесь, ребята. Слушай, а у тебя были цифры какие-то? Может быть, на здании? Нет, я чисто интуитивно пошел в стрип-клуб. Охренеть, пацаны, я тачку нашел, прикиньте! Я сбил нудиста и нашел. Это что у нас получится, ребята? Это финирчик! Фига, он был просто кайфовно спрятан! Офигенно! Да, я справился буквально за 3-20 секундочек, поэтому, ребята, мы сразу же берем его... Я чуть не упал. Ребята, ему сложно, короче, у него сесть. Вот. Короче, ладно, берем тачку и, ребята, уже там встретимся. Погнали. Ребятки, ну что же, мы все, получается, справились с этим заданием. Нашли в определенном месте по тачке. У Андрюхи это Зенва, у Фани Аперта, и у меня это финирчик. И, ребятки, я знаете, что предлагаю? Перед нашими испытаниями, может, прокачаем эти тачки? Давай. Давайте прямо сейчас мы сделаем
автоапгрейд, и, короче, даже, знаете, что я хочу? Я хочу колеса туда поставить, какие-нибудь Воссоны, пацаны. Вот это просто стиль! Вот это стиль, ребята! Лайки, лайки, лайки срочно за эту машинку, за эту лайбу, лайки. И, кстати, знаете, что получается? Подожди, Андрюха, ты нашел в розовом, получается, тачку, да? Да-да-да. В этот раз тот, кто готовил для нас эти испытания, они покрасили тачки вот именно по цвету телепорта, потому что я нашел зеленым, и у меня зеленая тачка. Фаня нашел красным, у тебя красная тачка. Прикольненько, прикольненько. Слушайте, знаете, что предлагаю? Давайте сразу, короче, сделаем, в общем-то, драк прямо здесь. Так, вот надо, с, кстати, нашей точечки, да-да-да, прямо никуда не надо ехать, вот. Резина прогрета. Все, короче, давайте, граната есть у кого-то? Все, закидываю, закидываю. Давай, закидывай гранату. Сейчас финиру идет, пацаны. Не знаю, не знаю. Я знаю, как она ездит. Вау! Нифига! Слушай, я с Зенвой просто на изичах практически наравне иду. Я вижу! Сейчас интересно, у кого третья будет быстрее. Подожди, братан, 300 не еду! Я обгоняю тебя! Нормально, 340, братан! Жестко. А мы... Подожди, я обогнал тебя или нет? Или была ничья? 230, пацаны. 230? А Перта что-то слабенько себя показывает. Она медленная, да. Слушай, я даже не понял, Андрюха, я тебя все-таки смог догнать, обогнать или как? Да, ну окей. Окей. Знаете, ребята, баллы записываем. Я на первой позиции, Андрюха на второй, Фаня на третьей. Мы идем на следующее испытание. И многие, просто многие просили прыжок, ребята. Прыжок будет, погнали. Ребята, ну что же, мы приехали на следующее испытание. Прыжок с трамплина. И погнали! Полетели! Да. Кстати, я уже смотрел. Я видел это, прикольно, прикольно. Слушайте, ребята, 400 иду. 300. Финирчик, ты меня просто радуешь. Все, пацаны, у меня максималочка. Сейчас будет интересно, у кого будет, собственно, выше полет. Я полетел, ребят. 480. Ничего себе. Я последний самый буду. Слушайте, я лечу, короче, у меня это кубы, и я дальше кубов лечу. У меня стрип-клуб, пацаны, где нашел, туда и прилетел. Вернулась на то же место. Так, Андрюха, ты перелетел? Арена закончилась. Все? Ты не долетел? В смысле, а где ты упал, интересно? После стрип-клуба, перед эстакадой. Серьезно? Так, получается, вот Андрюха упал. Я последний. Блин, я думал, Зенва лучше прыгает, да. Да. Так, кстати, вот обратный телепорт в красном телепорте, да. И вот Фанни, вы, кстати, очень близко. И я чуть-чуть подальше, да. Ладно, ребята, записываем баллы, идем на следующее испытание. Итак, ребятки, следующее испытание — битва автопилотов. Я стану первым, а вы будете вторым, третьим. Самонадеянно, да. Веришь тебе, пацан? Давайте, один, два, три. Погнали. Погнали. Опа. О, куда мне ехать? Блядь, слышь, он реально самонадеянно себя повел. Посмотри на него, слышь, первый такой. Офига себе, конечно, да. Как в воду смотрел. Ну ничего, братан, у меня вроде финирчик очень жёлтый. Нормально ты врезался. Слушай, едь, пожалуйста. Едь, пожалуйста, я прошу тебя, родной мой. Андрюха улетает. Едь, пожалуйста, финир. Пипец. Персик мой, огурчик! Я прошу тебя, топи! Да давай езжай! Подожди, о, ей, наконец-то. Да ну нафиг, я за грузовичком. Что бы это могло значить, ребят? Слушайте, ну вы как бы рядом находитесь. Да я вижу, что я рядом, но ты прям улепетываешь. Тормози, Феррари, чуть не улетело. Не, ну у тебя нормально, нормально. У всех, короче, хорошо идет, но... Блин, ребята, Андрюха реально охренел, а, братан, ты чё? Фига ты ферзи. О, а вот и догнал. У меня тормозов нету, дурак. Спасибо, 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 спасибо. Я почти обогнал Андрюху. Талаги, братан. Что ты? Что твой автопилот делает, блин? Боже, смотри. Давай, обгоняй. Что он делает сегодня? Дурак, блин. Тупой бот. Родной мой. Жесть. Аферта. Больная сучка. Как ты так ездишь тут? Я не понимаю. Я просто не понимаю, ребята. Тупо меня два раза пидюрил. Давай, обгоняй, обгоняй. Смотри, что он делает, блин. Пацаны, ты чё там, я не знал, залил туда, а, родной, самогон, что ли, дядя Вася, или как это назвать? Андрюха, самый тупой мини-купер, во-первых. Не знаю, ну, я не знаю, что делает Аперта, но она прям жестко поехала вперед, я ее даже не догоняю, и тут вот. Сначала тупила что-то, да? Да это просто жесть какая-то. Объезжай, давай. Ну, блин, как вы это делаете? Не понимаю, что за автопилоты у вас просто дичайшие. Нам первое место нужно, давай, газуй. У меня тупо слишком какой-то снисходительный к вам. Вот честно, он тупо ничего не хочет делать. Он не обгоняет ничего. Так. Андрюха, пока! Пока, пацаны! Чего?
Красота, ребята! Просто только что сказал, что он нисходителен, и в итоге он обогнал всех! Это Монте нас обогнал? Да. Ай, чертовы водилы! Спасибо, родной, спасибо, 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 спасибо! Пожалуйста, 800 метров ехали в эту самую горную автопилку, которую я видел в своей жизни, блин, реально 700 осталось. Слушай, меня вообще пугает оперта, потому что тут боты... Боты, да блин, не мешай, ты осёл! А меня выкидывает, ты дед, 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 какого хера, я не понял? Ой, стоп, чуть не снес. Какого хера ты меня столкнул, я был первый, в итоге я Фаник. Меня Фаник, короче, просто скинул с дороги, и потом, получается, обогнал. Да вот ну тебя в попу, короче, я второе место, получается, у Фани первое, и где-то там Андрюха, которого выкинули из дороги. Я и побиться успел, я и потараниться успел, неплохо, да-да-да. Ладно, ребята, записываем баллы, ждем Андрюху и продолжаем. Ну что, ребята, у нас съезд к наркоманам туда вниз. Да-да-да-да. Да, ну пошли, короче, обычно, да-да-да, давай. Стандартную версию нашу. Два. Погнали, пацаны, погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Ты посмотри на нее, смотри, что творит, а. Я слышу, слышу тебя, родной. Все, у меня, короче, минус. Блин, у меня тачка разложилась и рассыпалась. Как лего, блин. Блин, у меня дрифт-тачка, она вообще не едет. Она не переворачивается. Перевернись, пожалуйста, родной. Прошу тебя, спасибо большое. Спасибо, пожалуйста, не надо. Да, спасибо. А кто первый едет? Походу, последний. Я первый. А ты первый? У меня арабский дрифт, короче. Нифига себе, ты, конечно, офигевший типок. Так, родной. Я вас не могу догнать. Слушай, лови меня, лови на макушку, братан. Я лечу на тебя. Тихо. Слушай, Андрюха, кто из нас это сделает? Нет. Я на дереве застрял, но я был первый, братан. Ты даже не доехал. Жесть. Я просто его в конце обогнал, ребята. Да, не знаю, везет прям, ребята, реально. Да. Ладно, братан, давай, короче, мы тебя ждем, записываем баллы, идем на последнее испытание, ребята. Погнали. Ну что же, ребята, наше последнее испытание, прыжок с горы Чили, это... Едьте? Давай, брат. Да, погнали. Давай, родной. Так что с Андрюхой немного мы толкнем. О! Просто пинок такой божественный, царский тебе дали. О, у тебя все печально, братан. Аперта, живи. О, ты все, короче, да, Андрюх? Ты все, Андрюх? Я все, короче, я сел. У меня катится пока. У тебя катится, получается? Скатываетесь, пацаны, скатываетесь. Потихонечку, да. Давно уже скатились. Да. Так, ну все, короче, получается, так, Андрюха, ты все, я все. Да, ну и Фанни у нас, получается, занимает первую позицию, ребята. И да, ребята, сразу пока катится Фанни, почитаем наши баллы. Да. Так, итого у нас получается, ребята, в этой серии третье место у нас занимает Андрюха. У него 8 баллов. Да, потом идешь ты, Фанни, ты прямо сейчас тащил Андрюху, у тебя уже 9 баллов. Офигеть. Да. А потом иду, получается, я, у меня 13 баллов. И, короче, да, ребята, в кону финир просто меня сегодня порадовал. Несколько испытаний, просто первые места, и везло прям конкретно на этой тачке. Короче, ребята, что могу сказать? Спасибо всем огромное за просмотр. В этой рубрике мы просто все справились с заданием, нашли подтачки и неплохо на них выступили. Надеюсь, вам понравилась серия. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ссылки будут в описании. Всем удачи, ребята, и всем пока. Всем покедова, ребят. Пока-пока, друзья.